Лептоспироз – серьезное инфекционное заболевание. Чаще всего им болеет домашний скот – лошади, свиньи, ослы. Для предотвращения инфекции в Севастополе ежегодно проводят вакцинацию против бактерий рода лептоспира. Эпизоотическая обстановка по лептоспирозу на территории города Севастополя благополучная. Последний раз вспышка у нас регистрировалась в 2014 году. Заболела лошадь и также на сахарной головке собака. Бактерии активно распространяются в летний-осенний период, когда идет выпас животных. Особенно это касается заболоченных мест. Заболевшее животное может заразить остальных. Это может случиться практически со всеми особями. Инфекция также опасна и для человека. Передается в основном через воду и элементарно через пищу. Опасны для заражения стоящая вода, водоемы. Люди заражаются при купании в этих водоемах. Инфекция проникает через слизистые или через раны. Вот. И также можно заразиться элементарно, это если обсинемение грызунами идет пищевых продуктов. Первая вакцинация в этом году прошла в Терновском районе. Здесь, на территории частной конюшни, содержат лошадей, мулов и ослов. Сегодня в этом районе запланировали привить 30 голов. Как правило, прививка переносится хорошо, но первые несколько дней мы снимаем с нагрузки, смотрим. И главное, чтобы лошадь не переохлаждалась, не потела. В принципе, все как у человека практически. Мы смотрим, первые дни, например, лошадь стоит, потом она будет шагать. И потом же потихоньку втягивается в работу. А каждый укол заносится в специальный паспорт животного. Вакцина для прививок поставляется за счет федеральных средств. Она способна обеспечить иммунитет от инфекции на весь год. Михаил Кумров, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя.